Здравствуйте. Министерство футбола поздравляет Александра Николаевича Мазманяна с днем рождения. Вот уже более 50 лет он верой и правдой служит казахстанскому футболу. С конца 60-х после алматинской ФШМ Александр Мазманян – футболист команды мастеров «Динамо Целиноград». Затем в карьере талантливого игрока были другие казахстанские клубы, но пик популярности пришелся на годы выступления за флагман отечественного футбола «Алматинский Кайрат». Это было во второй половине 70-х. На пенсию, вернее, на тренерскую работу, Мазманян-футболист перешел по окончании сезона 1986 года в талдыкурганском ЖТСУ. Еще пару лет спустя Александр Николаевич становится футбольным арбитром. Принципиальность, знание всех футбольных нюансов и тонкостей, наряду с отменной физической подготовкой, стали залогом его успешной судейской карьеры, по окончании которой в 1996 году он работает инспектором, а в 2010-м возглавляет Департамент инспектирования и судейства Федерации футбола Казахстана. И сегодня Александр Николаевич Мазманян по-прежнему востребован. Свой многолетний опыт и знания он передает молодым коллегам, выезжая на матчи премьер-лиги в качестве делегата. Еще раз примите наши поздравления, уважаемый Александр Николаевич. Живите долго и счастливо!